Ребят, всем привет! У нас ведь, похоже, срывается поездка в Дубай. Представляете, мы уже оплатили билеты на Леву, маму, меня, Лешу и Алису. Оплатили шикарный номер в отеле. Плата бронирования не возвращается. Мы забронировали семейный номер в отеле Atlantis The Palm, 5 звезд. Это тот Atlantis, в котором аквапарк еще есть. Представляете? Кучу денег с меня сняли с карточки, и что делать? Это ладно, если мы, допустим, долетим обходными путями не через Иран и через Ирак, но я не знаю, что будет дальше, потому что говорят, что бомбить будет Дубай. Я вообще в шоке. Новости, конечно, ужасные. И сегодня мы просто в расстроенных чувствах, потому что эта поездка у нас очень дорогостоящая, и я считаю, что, блин, и вернуть деньги, ну, никак не получится, никак, потому что с меня уже сняли всю сумму, возврата никакого не будет, 100%, может быть, только за билеты, а за отель точно нам деньги не вернут. Короче, я, похоже, попаду на бабки в этот раз. Год что-то начался не очень, если честно. Мама говорит, что даже если новости будут хорошие, то мы все равно не полетим, потому что это очень рискованно. Как мне полетим? Мама сказала, полетит все равно. Что я буду деньги терять? Подумай, трэш-контент. Мама, снимала. Деньги ничто, а жизнь все. Я буду все снимать, девочки. Как выбраться из тяжелых полевых условий? Девочки, как выбраться из тяжелых полевых условий? Как? Там интернета, скорее всего, самолеты летают, я бронежилет одену, каску одену, девочки. Не, мама, это очень страшно. Война – это очень страшно. И специально ехать в войну я совсем не хочу. Я вообще не ожидала. Я думала, Дубай – самая мирная страна в мире. А представляете, что происходит? Я, если бы знала, я бы в жизни не бронировала отель. С невозвратным тарифом. Я специально выбирали номер хороший, большой, в классном отеле, со специальными там услугами дополнительными. Ой, блин, я вообще не знаю, что делать. Короче, ребят, расстроенных чувствах. Но ничего страшного. Жизнь продолжается. Сегодня идем в кино. Здесь у нас кино прямо около дома, в торговом комплексе, кинотеатр. В комнату смеха вы идете. Страх. В комнату страха можно сходить. В общем, есть чем заняться здесь, в Сочи. Я вот уже давно говорю о том, что нельзя бронировать заранее. Ничего, нельзя бронировать. Ни в коем случае, только в последний момент. Покупать билеты, покупать номер в отеле. Ну, вернее, бронировать номер в отеле. А так и подыхала с голода в Челябинске. Что, ты подыхала с голода? С голода я подыхала в Челябинске с голода. Подыхала я в Челябинске с голода подыхала. И когда такое было? Галя Иванова пишет, с голода подыхала в Челябинске. Я не знаю чувства голода, вилки. Слушай, ну люди вообще, мам, просто с ума сходят. Ребята, чем больше они пишут, тем больше я буду придуриваться. Мам, это новые зрители, которые не понимают, что мы на Ютубе с тобой уже 5 лет. Даже одинаковой обуви у тебя нету, даже босоножек не зато. Вы что думаете, я такая дура, что ли? Я очень умная женщина. Короче, мама читает вкладку «Сообщество» на своем канале. И там у нее очень плохие комментарии, просто ее да бесят эти комментарии. Меня не бесит, мне вообще посрать не надо. Юля, успокойся уже. Не надо провоцировать девочек. Я нормально к этому ко всему отношусь, чтобы они не писали, что вы пришли на YouTube, должны были к чему-то готовы. Я столько на YouTube, что вам и не снилось. Хвастаетесь. В общем, лучше не читать, мама, то, что пишет. Лучше не читать, потому что... Девочки, уходите с подписчиков. Я сейчас уйду тебе с подписчиков. Люди очень злые. Люди очень злые. Да, пойдемте в Кавказскую. Там быстрее готовят. Мы уже вышли на улицу, сейчас идем в грузинскую кухню. Да, помада у меня 818 тонн для макарон, потому что все у меня спрашивают, что за помада. Макароны, последнее макароны. Время, да, пользуюсь только вот этой помадой, макарон. Давай ручку, любимая. Макарон. А ты что так замоталась? Это я ее замотала, потому что она говорит, что ей холодно. Это просто ужас. Алиска, ты как это, Фантомас. Пойдем.
Наши мальчики поднимаются в горы сейчас. Она такой, Леша, хитрый. Че? Да ты вот здесь кебаб вкусный ела. Ну-ка, иди сюда. Алиса, не капризничай. А че Леша хитрый, мама? И че он хитрый? Типа, давай Михалыча в горы. 2 дня сидели, а сегодня я должна Михалыча в горы пищать. Так, все. Гостица мы решили покушать сегодня. А потом пойдем в развлекательный центр. Все, здесь мы не покушали, мест нет. Мы тебя обожаем, доченька. Идем в избечку. Когда ты не скандалишь. Как можно не любить эту пирозинку? Ты меня любишь? Очень. Люблю тебя очень. Ты меня любишь? Да. Вот она, узбечка. Ой. Я тебя тоже люблю, мышка. Она мордочку на руке нарисовала. Ой, хорошенькая. Детское меню. Коктейль мой. Кебаб. Смотрите, что здесь есть. Гранатовые зернышки есть, смотри. Очень понравилась вот эта водичка Джермук. Кто производитель? Не вижу. Вкусно покушали в избечке. Идем в торговый комплекс. Алисия обещала купить Леди Баг. Идем вот сюда. Торговый комплекс. Уже фонарики хорошо видно на улице. Очень красиво. Но дождик. Дождя бы еще не было. Есть Макдональдс. Здесь очень много спортивной одежды продается. Можно даже с собой не брать. Но, правда, наверное, цены здесь будут выше. Зато выбор огромный. Можно было даже в спортмастере не покупать ничего. Здесь классные костюмы. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите. В Краснодаре таких, конечно, нет. И вот очень красивые. Мам, видела, какие классные костюмы? Обалденные вообще. Увидели красивые кофточки. Свиншот называется. Свитшот, а не свиншот. Смотри, 3XL даже. Это есть. Сочи делают, да, местные? Ага. Завод в Москве, да, но ориентированный на Сочи. Красивые. Вот я вижу по трикотажу внутри, видишь? Трикотаж. А сколько стоит вот такая кофточка? 6990, ну крутые вообще. 58700. 101400, а там за 90 000. А вот эти красивые. А больших размеров нет у вас? Ну вот на женщину, например. Нет, да, в основном молодежные. Ой, красиво. Мне вот этот розовый нравится. Сколько он стоит? 67000. Красивый. Угу. Супер. Вот та куртка, которую мама моя показывала, которая ей очень нравится. В спортмастере она стоит дешевле. Точно такая же висит. Ну, конечно, там никто за такие деньги покупать не будет. Спортмастер. Вообще, кто ходит за такими куртками в спортмастер? Алисочка, поднимаемся на эскалаторе. Вот. А здесь чуть дороже. Здесь сколько она стоила? 104? 101 000. А в спортмастере за 90 со скидкой. Вот этот набор, да, берем? Да? Точно? Красивый. Леди Баг я вам показывала. Взяли вот такой песочек. Еще у них продаются вот такие большие тазики. Но они, правда, для другого. Они для каких-то волчков. Но я взяла 2 песка, 2 огромных пакета. И вот эту штуку, чтобы она в ней играла. С собой, конечно, мы это домой не потащим, но здесь хотя бы Алисочка наиграется песочком. Мама, у нас еще билетик дали к работе. Да, еще много брошюрок разных нам дали в Туиру. Ну все, идем. Пойдем, бабу Лену найдем сейчас. Пойдем, 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 баба Лена нас ищет. Мама что-то выбирает опять. Что тебе понравилось? Размером. Ой, точно. Подумала, что трусики красивые, чихнула. Ой, какая ты будешь снежная. Ага, хорошая штучка.
Ну что, берешь? Да, я вот эту фирму вот эту вот не нравится, которую я все время беру в Краснодаре. Угу. Ничего себе, одна ночнушка? Да. Неужели ты веришь в это? А что ты еще взяла? Конечно, я набрала труселя. А, мне аж чуть плохо не платье стало. Дома. Думаю, какая-то ночнушка за 5900. А почему бы нет? Неужели я могу себе не позволить? Не, она просто не выглядит на такие деньги. Она ручная. Слишком работа. Простая. До свидания, девушка. Едем за наполнителем для масочки. Ей силикатный не нравится, силиконовый такой, шарики. Она любит древесные. И мы сейчас едем в Перекресток. На нулевой этаж. Мне сейчас Танюшка Лайфлок написала, что Юля, если вы хотите вернуть деньги за билеты, то вам нужно взять справку, что вам запрещены перелеты. И тогда вам точно вернуть полную стоимость. А где мне взять такую справку? Так что, ребят, беременность. Где нет нормального наполнителя? Ультрапитывающий. Да он вот видно, что прозрачный. Тоже такой. Это камушками. Кто? Древесный. Ой, нашли. Все, масечка спокойно будет у нас ходить в туалет. Она разбрасывает вот этот мелкий камешек, она его разбрасывает по всей ванной. Это мастер. И этот почему-то умеет делать шпагат. Я же мастер еще мою. И полотенцем вытираю лоток. Я лоток мою, девочки, и полотенцем вытираю его. И только потом насыпаю наполнитель. Ну что ты ее балуешь? Я никогда так не делала. Да не этим полотенцем, это я для себя купила. А. Вот такими полотенцами вытираю лоточек. Ну все равно. Ну она девочка у меня вообще-то. Обожаю пиканку любую. Вот такой у нас нет астраханской. Попробую, что за астраханская. Здесь, кстати, в магазинах намного больше выбор всего продуктов. Вчера агрокомплекс меня порадовал, магазин. И Перекресток здесь обалденный. Да. Много продуктов у нас, многих нету. Смотрите, какие полотенца. Красивые, да? Солнечный был. 100% хлопок, две штучки. Ребят, у нас здесь такое эхо. Серые глаза, серые глаза, мне хотят сказать то, что в жизни все бывает, и мы встретимся опять. Серые глаза. Здесь эхо офигенное, потолки больше 3 метра. Мне хотят сказать серые глаза. Здесь ребенок учит. Маша, да твоя мама сейчас не уходи, Лёва, нет! Лёва! Ты что ж размажешь меня всю? Мы идем в кино, нет? Да. Изнасилование на красном. 27. Изнасилование на красной шапочке. Изнасилование красной шапочки. Иди, одевайся, собирайся. Сейчас иду. Все, Алиса с бабой Леной, с дедой Сережей остается. Ну. Все, мы пойдем. А там продают на эти начосы? Пиво продают. Начос, начос я хочу. Мы глинтвейн сидим. Ой, ребят, помада офигенная вообще. Глинтвейн я тоже люблю. Кстати, мы купили алкогольный. Ой. Но он, и ребенку да, тоже. Нет, не нет, Леве ему без алкоголя. Но он вообще алкоголь мне отдает. Ну, вообще. Горячий, потому что напиток вы не чувствуете. Так, как прикинь, алкоголь. Какой Лева гибкий, смотри, какой он гибкий. Гибкий? Вообще. Давай. О, ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай. Все, я пошла, ну угомонись, блин, берет мне под кофту щекотик. Мама, я раскопки здесь. Ну ничего, ты здесь все устроила себе. Играешь, да? Да. А, смотри. Куколку не потеряй, она у тебя сколько. Я же нашла тебе палец. Ты моя выдумщица. Ребят, мы идем в кино. Сейчас помаду сделала потемней. Это 820 тон макарон. Как вам цвет? Очень красивый вечерний, да? Вот идем. Мы здесь прямо рядышком около торгового комплекса живем. Сейчас покажу вам. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Мы сейчас заходим в торговый комплекс. Да.
с братиком в киношку. Здравствуйте. С любимым. Он что-то недовольный. С праздниками, с новогодними. Всем подписчикам добра, счастья, позитива. Здесь есть боулинг, кинотеатр, много магазинчиков. Входим в зону кинотеатра. Билеты у нас уже куплены. Мы взяли начо с сыром, газировку, я взяла чай. Все, сейчас мы заходим в кинозал. Хорошо, что мы поехали всей семьей, мы наконец-то выбрались в кино. Только с Лешей, без Алисы, а то все мультики, уже надоели эти мультики. Вот такой кинозал. Проходи. На холопа будем стоять. Мы пришли в кино на холопа. На холопа, да. Че, салфетки надо кому-нибудь? Да, мне нужно. Давай. Холоп. Эй, холоп, бери салфетку. Мы сходили на фильм, очень хороший фильм. Два момента было, где можно было поплакать, но я не плакала, я сильная. Алёша всплакнул, я его поймала. Короче, классный фильм «Холоп». Сходите обязательно, посмотрите, вам понравится. Ну, хотя бы актеры новые, не заезженные, как говорится. А что там делать на фудкорте? Алисе возьмем стрипсы. Ой, эту ерунду, может, ресторан лучше, а? Может, в ресторане лучше, чем здесь? А KFC тоже ресторан. Только фастфуд. Взяли KFC, идем в наш номер. Леша с Левой боятся, что им кассирша плюнула в крылышки, потому что они с ней закусились. Не, ну там вообще-то у нас заказ не только крыльями ограничился, там много других блюд, которые можно было добавить слюны. Напугали человека. Ладно, ребят, всем пока-пока. Все, мы будем раздеваться. В следующем видео вы узнаете, плюнули ли нам в крылья. Видео какой-то, что там творится. На Лиска там играла. В следующем видео вы узнаете, а именно вас в следующем уроке плюнули нам в еду. Или в еду. Мы недолго, нас всего час не было. Я потом вам расскажу, плюнули ли. Могли и не плюнуть. Ну что, может, и плюнули. Я не знаю. Как ты быстро делал? Может, и плюнули.